Вот он, мой бивак. Наконец-то у нас солнышко. И наконец-то оно немножко пригревает. Высушить, наверное, все не высушило. Нет, все мокрое. Ну, нам уже не нужно сушиться. Короче, ребята, всему рано или поздно приходит конец. Вот и этой вылазки тоже пришел конец. Конец несколько неожиданный, немножко не такой, как мечталось или хотелось. Я твердо намеревался остаться еще на одну ночь минимум. Сегодня пятница, я думал, сегодня вечером поохочусь, завтра утром поохочусь. И, ну, как всегда, надежда умирает последней. Что-то мне говорило, что раз я столько дней и ночей там прождал, то должны выйти, должны. Следы есть, не так уж много, но есть. И это рано или поздно. Даже если их гоняют волки, они движутся по большому кругу, они периодически приходят, возвращаются на эти места. По следам видно, и видно, что крупный, очень крупный след был тоже. Ага, и помет. Но все мои планы перечеркнула судьба. Сидеть здесь в кемпе неохота, и я взял и пошел по такому трейлу невзрачному, который, я был уверен, ведет в никуда. Я по нему уже ходил раньше. Иду себе потихоньку, так раздумываю. В этом и есть вся прелесть, между прочим, да, вот так это. Спокойно ходить наедине своими мыслями, думать о чем-то. Ага. После дождя все это оцеревшее, на полу не хрустит, ничего, тихо так идешь. И вдруг слышу звук этого квадроцикла. Чувак... Не пожилой такой, а это. Ага. Потрепали с ним, все рассказал. Они здесь типа купили этот трап онлайн, и то есть все, и они тут ловят, там куницы всяких там, ага, соболей, на все это зимой. Курит, как сапожник тоже. Про его друга я вспомнил, которого я 2 года назад видел, тоже курит. Да, говорит, это Фред, это мой напарник. А. Ну какие вы нахер охотники, блин, да, смалят нафиг, завишту, табаком воняет, а. Ну, еще этот пепел, он это боится, там типа пожара или что, в руку там потом размазывает, там по сапогам у себя. Ага. Ну, одет как колобок. Это. Пойду, говорит, к болоту. У меня есть лицензия на лося. Ну, я сразу так это скромно сказал, что я просто оленей здесь пинаю, хожу. Ага. Говорит, что аутфитер там подкармливал медведей. У него камеры стоят тоже, штуки 2-3 медведя видел он на снимках. Про волков поговорили. Кричит, стреляй их. Я говорю, да я бы рад, блин. И меня он атаковывает нафиг. Конечно, надо их стрелять. А. Ну и так, о том, о сём. Ну, без особого понятия. Ни хрена не знает, даже не знает, есть ли вознаграждение за убитого волка от государства. Я точно знаю, что есть. Я читал в газете, их слишком много развелось. В этом регионе и в другом официально государство поощряет и платит деньги за их отстрел. Ну и вот так вот поговорили. Ну и, короче, теперь он пошел туда, на то озеро. Лося он, конечно, там не завалит. Он говорит, всего часик, потом свалит. Ну, после него там ловить уже нечего. Да? Все провонявшийся табаком, и все, и подшумит, и все. И, короче, моя сказка так потихонечку... накрылась. Ну, все, что делается, к лучшему. Наши лоси еще впереди. У меня еще неделя отпуска. Нужно переделать кое-какие делишки. Погонять пернатых. А на севере сезон на лося открыт еще до конца ноября. Глядишь, еще поохотимся. И у меня еще будет тоже еще в ноябре 2 недели в моем регионе за рекой открыто. Если ударят хорошие морозы, то можно примчаться и везде пройти, везде проехать, там, где раньше вода была. Но лосятина у нас есть еще в морозилке из позапрошлого года, из прошлого года. Так что лось нам не очень сильно нужен, и боги это, наверное, знали прекрасно. Поэтому не стали нам выгонять лося навстречу. Вот такая вот хорошая была охота на лося. Провонялся я немножко запахом лосиной самки, которая хочет секса. И все равно лось не пришел. Но зато видел так много интересного. И медведя, и волков, и оленей, и рябчиков. Ага. Ну ладно, до свидания, до новых встреч. Если вы никогда не видели рожу счастливого дебила, то полюбуйтесь, пожалуйста. А то когда в следующий раз увидите? Блин, еду по трассе, смотрю в зеркало, отвязалась у меня там вся эта херня моя. Я тормознул быстро, вот заехал на такой участочек, здесь щебень или что это, ага. Выскочил, блин, и не знаю, как я умудрился, нахер локтем, наверное, блин. Херанул по этой штуке, блин, закрыла она все замки, блин. Заглядываю внутрь, блин, ключи вот здесь лежат. Хоть плачь, блин, елки-палки. А я помню, у меня запасной ключ где-то был. Я, блин, всегда это, блин, предусматриваю все на свете, знаете. Запасной ключ в магнитной коробочке, блин, должен быть там сзади. Я раз туда, блин, дулю, это в старой машине у меня так было. А в этой вообще нету даже щелей, куда его спрятать. Я, блин, рвал и металл, блин, под низом, под машиной все излазил на холодной земле, блин, всю раму прощупал, все. Нет, то есть, ну, блин, знаешь, точно, сука, должно быть что-то, блин. Я, блин, рассверепел, уже хотел все барахло выбрасывать, а потом пошел, блин, ну, полчаса, наверное. Нашел я запасной ключ, открылся, елки-палки. Ну, дурака кусок, а. Вот такие вот приключения, блин. Ну, прям дальше теперь. Ключи вот здесь я всегда бросаю, блин, молодец, нахер. На карман буду брать с собой, блин. А вторые там в бардачке лежат. Вообще очень полезно, знаете, когда они в бардачке и когда закрыты. Прям домой.